Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Махмутлар, нашел двухкомнатную, очень просторную квартиру, 90 квадратных метров, обставленную под ключ. Расстояние от моего места до моря Средиземного 270 метров максимум. Центральная часть Махмутлара, недалеко от этой квартиры расположен маркет MM Migros, рестораны и тому подобное. Здесь вот такой бассейн у этого проекта. Вот качественный застройщик, который строил 10-11 лет тому назад. Вот такой проект. Есть ухоженный маленький сад. Открыта парковка снаружи. Здесь у нас фитнес-зал. Здесь у нас фитнес-зал и сауна. Сауна. И открытая парковка снаружи. Пайдат здесь 200 лир. Вот такие вот деревья. Снаружи у нас. Вот у нас здесь вход в этот сад. Здесь дорожка, которая идет к морю. Здесь также есть генератор. Поднимемся на верхний этаж проекта. Фитнес-зал, также есть спуск отсюда. Такой вот лифт. Вместимо 4 человек. Поднялись мы на верхний этаж. На этаже у нас 3 квартиры. Здесь вот такое место. Можете что-то поставить. Пожарная лестница. Входим в квартиру. Начну я с прихожей. Вот прихожая просторная. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Мойка у нас мрамор. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Вот такая душевая кабинка просторная. Так, выходим. Здесь у нас спальня. Вот такая просторная спальня. 1+1. Покажу с этой стороны. Кондиционер фирмы Бека. Здесь есть 18 квадратных метров. Просторная двухкомнатная. Почти как трехкомнатная квартира. Покажем балкон. Просторный балкон. Ого! Вот. С этого балкона видно бассейн соседнего проекта. Вот такой вид. Там улица Барбаросса. Вот. Мадам Коко, MM Migros рядом. Центральная часть Махмутлара. До часовни 300 метров. Море 270 метров. Так, закроем дверь. Качественный проект, качественная квартира. Вот такая здесь. Вот арка. Гостиная комната. Почти с отдельной кухней. Вот. Там кухня. Можно ее отделить. Покажу с этой стороны. Тут также есть еще один балкон, дорогие зрители. Вот кухня. Можно здесь вот как-то его отделить. По желанию. Вот такая кухня. Бытовая техника Siemens. Посудомойка AEG. Немецкая Esco. Вытяжка Suslo. Но здесь разное. Здесь, кажется, у нас кладовка типа такая. Холодильник. Не могу найти холодильник. Где ты у нас холодильник? А, оказывается, у нас холодильник этот. Маленький холодильник такой. Я думал, это посудомойка. Посудомойки нету. Дорогие зрители, выйду-ка я на второй просторный балкон. Квартирка мне уже по душе. Не знаю, как вам. Вот второй просторный балкон. Море немножко отсюда видно. У вас вид здесь никогда не закроется, так как здесь ресторан. И вот парк такой интересный у ресторана. Вот. И просторный балкон. Два балкона просторных. Вот.
Так что думайте. Но мало думайте. Выбирайте. Так, сейчас подведу итог, закрою дверь. Так. Дорогие зрители, проекту 11 лет. Находится на среднем этаже этого проекта. Сторона здесь, значит, восточная и южная, юго-восточная. Этот балкон южная сторона, тот балкон восточная сторона. Время съемки 5:30 вечера. Все, цена этой квартиры 90 квадратных метров брутто. И жилая площадь где-то здесь 82-83 квадратных метра. Цена этой квартиры 60 тысяч евро с мебелью и бытовой техникой. Если вас интересует недвижимость в Турции, а именно хотите купить квартиру в Алании, даже бюджетный, люкс, такая квартира вам нужна, все найду. Также у нас есть земельные участки, виллы, инвестиционные предложения. Обращайтесь, поможем, чем можем. С вами был Агаси, Солнечный Алания, район Махмутлар. Всем желаю радости, добра, здоровья крепкого и побольше позитива в жизни. Всем пока-пока.